Ну, еще стопочку. Ну, еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Ну, еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну, еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну, еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Ну, еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Ну, еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Ш
прошу делать. Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Ну еще стопчик. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Вот дерьмо. Опять пьян. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Вот дерьмо. Опять пьян.
что делать? Что же, черт меня дери, делать? Дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Вот дерьмо. Опять пьян. Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать?
Что же, черт меня дери, делать? Вот дерьмо. Опять пьян. Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать?
спешу делать? Что же, черт меня дери, делать? Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Ну еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Ну еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делать?
Ну, еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делал? Ну, еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делал? Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делал? Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делал? Вот дерьмо. Опять пьян. Ну, еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну, еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян.
Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? А я ж думал. Думав, варто лише випалювач пройти. Тут тобі одразу і клондайк артефактів, і виконувач бажання. Дурень, ну це ж треба, який дурень. Ну знаєш, я вдачу свою паскуду. Артефакт, а? Самі стежки находжені та тварюки неподобані. Группа моя, никого. Вот дерьмо. Опять пьян. Никого. Отзверил, ему всегда хорошо. Нашел поляну с грибами, а тут тебе и стол. Таскай на себе паёк. Нет, ну чего этим свободовцам надо? Чтобы зону не... Вот дерьмо. Да как опять такое можно нетронутым оставлять? Это же не заповедник, блин. Тут смерть кругом. Ну, пришли мы сюда. Ну, это еще... Кэшмэнь. Центр зоны. Ну, еще стопочку. Артефактов на твиту я. Ризную погоню мне и там вот так вот источал. Нет, ну чего этим вот свободовцам надо? Опять пьян. Чтобы зону не трогали? Да как такое можно нетронутым оставлять? Это же не заповедник, блин. Тут смерть кругом. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Не той уже хабар пішов, не той. Може, зав'язок не буде. Ну і що, стопочку? Завалиться би зараз подрихнути. Минут так на 600. От дерьмо. Опять п'ян. А ковбасу та батон зараз, прямо скажемо, ємняні почали робити. Нет, ну чего этим свободовцам надо? Чтобы зону не трогали? Да как такое можно нетронутым оставлять? Это же не заповедник, блин, тут смерть кругом. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Вот дерьмо. Опять пьян. Что ж ты за выпаливочка? Правду про него кажуть, чи бреш? Ну і що, стопочку? Зараз би сальця та цибульки.
Вот дерьмо. Опять пьян. Если бы уроды всякие не мешались, может, мы зону уже и вычислили. Что делать? До самого донышка. Что же, черт меня дери, делать? Зліпилася узграє, як ото звір, за кольором шкіри. Ну і що, стопчик? Одні як розбійничали, так і розбійничають. Інші чи нас від зони стержуть, чи зони від нас охороняють. Вояки теж якісь довбануть. Що ділати? Людину їм що ж, чорт мене дірі, ділати? Ну еще стопочку. И как там мои? Что там у них? Знать бы. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Що делать? Непогано, непогано. Що ж, чорт мене дері, діло? За одну фотку дві нічні зірки. Якщо так і надалі буде, труні я бачу ваш хвалений клондайк. Ні, все равно. Пока зону не сделаем, не уйдем от сюда. Права у нас такого нет. Не дай бог в мир такое выползет. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Зараз бы санча, да цибуй. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Чуваки, а кто-то слышал о каких-то особо засекреченных лабораториях глубоко в зоне? Говорят, до сих пор работают. Как там смогли выжить люди после взрыва, неизвестно. Без припасов, энергии. И возникает вопрос, вот а люди ли там опять работают? Я. Или может точно инопланетная хрень там сидит? Я тут с Типком общался. Грит сам лаборатории не видел. Но как-то словил он странные переговоры по рации на Янтаре. Для них о какой-то лаборатории речь шла. Стопочка. А один чувак ему клялся, что видел какую-то полупрозрачную фигуру в скафандре типа сталкеровского, но более навороченного. И эта фигура ему сказала, чтобы валил отсюда прочь. Мол, не мешай, мы тут работаем. Ну, парень пересрал, понятное дело. Он такого в глаза раньше не видел. Правда, он утверждал, что было это на радаре. Ну, вы понимаете. Что? Так что вряд ли правда, конечно. Но я вот думаю, что вот если дерьмо. В момент, когда опять зона рванула, я. Что если она этих людей перевела в какие-то энергетические сущности? Типа новые люди. А? Что делать? Что же, черт меня дери, делать?
артефактами тут, звісно, гарніше буде. Але от сидрови чинести лакувати. Ну, а в місцевих сіли, якщо подумати, тут вигідніше картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати. Що делать? Что же, черт меня дери, дел? От гад какой. Ну, что бы ты хрень не сумал. Что, мне совсем слабости не маю цих? Ой, за тиждень підошвіру. Ну еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, дел? От лайно. День до дитька. Порожній. Ані тобі хабарка, ані якогось приварку. Зліпилося у зграю, як ото звір, за кольором шкіл. Одні як розбійничали, так і розбійничають. Інші чи нас від зони стережуть, чи зону від нас охороняють. О, Дима, опять п'ян. Людину їм шльопнути, щоб коника прив'язати. Що делать? Що же, чорт мене дері, діл? От дерьмо. Опять п'ям. Шмат у м'яса такий. Здоровенний, ще прямо з бавні. Ще прямо ще шкварчав. Соком стікав. Недавно смотрю... Вмятина в земле характерная. Ну, на трамплин похоже. Взял. Камушек как камушек. И вот тут-то, значит, ну, сработало. Что? Но меня откинуло метров на 5. Зря, конечно, камешек тронул. Падла заработала. Еще пока летел, видел, как камни в пыли разодрало. Стукнулся, отключился. Но камень я, этот, с тех пор с собой тягаю. Вот так. Повезло. Ну, наверняк бросаю болт, я охреневаю. Болт, блин, нафиг пролетает, и хоть бы хны. Но, думаю, глюк перепил спиртяги, пока по зоне шастал. Так и визуально все понимаешь, но все как трамплин. И тебе грунт светлее, и на кромке как звезды. Ну, еще стопочку. Ветерком оттуда тянет, листики летают по спирали. Так, значит, присел, взял камушек с земли и кинул его навесиком. Ну, думаю, ща рванет. Так нет. Камушек спокойно упал на грунт, как будто там нет никакой аномалии. Упал и все тут. Ну и я в раз вспотел. Чуйка подсказывает, что это особняк. Вот дерьмо. На корточках тихонько опять подползаю. Пьян. Подкидываю камушки. Рефлекс, мать его. Подполз, не поверите, вплотную. Взмок, как мышь в комбезе. Камушки, которые подкидывал, лежат аккурат в пляши. Но моя сталкерская нутро говорит, сваливать надо. Что делать? А я нет. Что же, черт меня дери, дел? Надо разобраться. Значит, новинку на колени поклал. И усраться, блин, тяну руку в трамплин к одному из камушек. Прикиньте, а? Что делать? Что же, черт меня дери, дел? И я, друзьяки мои, прорвемся. Кстати, слышали? Говорят, что все, что происходит в зоне, вот дерьмо, имеет неземное опять происхождение. Я. Типа эксперимент инопланетян над людьми. Мол, эти твари готовят плацдарм для вторжения. И разрабатывают планы здесь, в зоне. Как на полигоне. Говорят, например, что артефакты — это бомбы, которые в один прекрасный момент сдетонируют.
А так не растащили по лабораториям. Что же, черт меня дери, будет уничтожена куча ресурсов Земли. Можно в это, конечно, не верить, но кто знает. Может, тот, кто за радар ходил, и может сказать. Но кто реально видел здоровыми сталкеров, оттуда вернувшихся? Мычат что-то, слюни пускают. Вот и лезут мысли подобные. Ну еще стоп. Я вот думаю, может, эти уродцы инопланетные на месте радара поставили поле какое-то свое защитное, которое стирает мозги, как наждак. А? Что? Не то уже хабар пришел, не то... Может, что делать? Что же, черт меня дери, делал? И пожир ты всего хорошего. Вот дерьмо. Опять пьян. Что ж ты за выпаливач такие? Правду про него кажут, че брешь? Что делать? Что же, черт меня дери, делал? Думав, варто лише випалювач пройти. Тут тобі одразу і клондайк артефактів, і виконувач бажання. Дурень, це ж треба який дурень. Ну що, стопочка? Ну знаєш же вдачу свою паскуду. Артефакт, а? Самі стежки находжені та тварюки. Не подобані. Что делать? Ничего. Что нормально. Же, черт, меня дери, делал? Не даремно же я тут. Оно, скільки вже часу стачу. И я, и друзьяки мои, прорвемось. Шел я, короче, в одном избушке. Мне сказали, есть клевое место, клевое. Артефакты вроде бы нычка чья-то. А, слышал уже. Оно говорит, ты мне не ври, Ваня. Я тебя насквозь вижу, не доводи до греха. Я говорю, да я и богу нету, ну хоть обыщи. Что же, черт меня дери, делал? Она зашептала, а вот это можно. Тут-то у меня телогрейка зашевелилась. Все, что в карманах было, выползать начало само по себе. И главное, чекушка заветная туда же. Но думаю, гады, не, родного я вам не отдам. До хаты целый день топать нельзя, я ж не доживу. Цепился я в бутылку, вот дитё. Мое это добро, рождение начали. Опять пьян. А бутылку как кто-то держит. И не отдает, тянет вверх. Ну, думаю, падлы, не видать вам моего самогона. Потянул бутылку к себе, с вами пробку вынул, начал пить. Такие дела, не сделал, не идет. Горло как тисками сдавило. Перед глазами круги уже. Так вот, ну, значит, глотнул я еще раз. Пять, наверное, через силу. Кинул им бутылку. Подавитесь, падлы. Тут ты меня отпустил. Что же, черт меня дери, делал? И вот это говорит. Ты куда это делся, Ваня? Ты куда пропал? Никуда я, гражданин начальник, не пропал, говорю. А сам потихонечку отползаю. Вот дерьмо. Оно опять. Опять пьян. Ты не дури, Ваня. Поймаю, хуже будет. Тут-то я и сообразил. Хотя первачок уже по мозгам дал неплохо. Потеряла меня тварь из виду. Текать надо. Кое-как поднялся на ноги, все качается. Что делать? Как балкер. Что же, черт меня дери, делал? Подхожу я, значит, к окошку, гляжу назад. В комнате гвозди летают. Вещи мои из карманов, которые... Кирпичи сверху падают. И шепотят, проклятый, мне вслед. Я тебя, Ваня, все равно достану, достану. Так вот, выскочил я, значит, из окна и ходу. Вещи, ружье, все там осталось. Как я пьяный из зоны выбрался, бог весть. Но теперь я туда не ногой. Тот райончик. Сдохну, а не пойду. Я вот думаю, может, лучше к ученым. Давно сторожем звали. Ружо, фуфайка. Все вещи пропали, куда же так? Сука. Вот дерьмо. Опять. Вот такое со мной приключилось. Подхожу, значит. Толканул я дверцу. Закрыт. Что такое? Еще раз. Опять закрыт. Я, значит, ее стерву открываю, а она стерва сама закрывается.
Понял я, что в дверь меня кто-то не пущает. Ну что ж, полез в окошко. Внутри отдышался, поправился чуть, пошел смотреть, кто это с дверью баловал. Там комната большая, в ней стол стоит, длинный такой, как шоссе. А у стола стул стоит, высокий такой, как башня. Опять я. И тут кто-то зашептал у меня в башке, по шеха пошло. Ты кто, спрашивает? Что? Я говорю, Ваня, я тутошний, меня тут, кажется, собака знает. Тут снова зашептала. Ты говорит, Ваня, зачем по зоне шаришь? Зачем в окошко залез? Ну еще стопочка. А я-то не растерялся, говорю. Так это ж зашел водички попить. Смотрю, никого нет, вот и залез. А она мне говорит, ах, водички? Нету, Ваня, здесь водички. Да и не нужна она тебе больше. Ну, блин, я тут говорю, как? Ну, если вот нет дерьмо. Водички, ну так опять я пошел. Пьян. Тут я попробовал сколоть оттуда по-быстрому. Тут все одно, или тварь какая тутошняя со мной заговорила. Или белая горячка, а пора из зоны сматывать. Такие дела, ну, брат. Оно говорит, ты погоди, Ваня, останься, дело к тебе есть. У меня ноги к полу приросли, не подвинуть. Оно говорит мне, что-то с твоей башкой не так. Я тебя почти не чувствую. Чего это спрашиваю? Меня надо чувствовать. Не надо меня чувствовать. Это опять. То-то и оно, что надо. Вот дерьмо. Я таких, как ты, за 200 метров чую. А тебя вот только перед самой дверью. Да и то. Только после того, как ты ломиться начал. У тебя что, новое специальное оборудование какое есть? Какое у меня оборудование? Говорю, нет у тебя ничего. Фонарик вот, да, двустволка старая. Вот и все оборудование. У меня гражданин начальник. Ничего такого сроду не бывало. Пишу. Вот дерьмо. Опять я. Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. А я ж думав. Думав, варто лише випалювач пройти. Тут тобі одразу і клондайк артефактів, і виконувач бажання. Ой, дурень, ну це ж треба який дурень. Ой, ну знаєш же вдачу свою паскудну. Артефакт, а? Самі стежки находжені та тварюки. Негодовані. От дерьмо. Опять п'ян. Не вчаться нічому дивитися. Ти й вчитися не хочеш. Життя не варто чи що. Ти йому планомані, він тобі прохабати. Ні про що думати не хочеть, окрім бабок. Поки кишки тут на скиди. Що делать? Що же, чорт мене дері, делать? Не вчаться нічому дивитися. Ти й вчитися не хочеш. Життя не варто чи що. Ти йому про аномалію, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочуть, окрім бабок. Поки кишки по руках розкидай. От дерьмо. Опять п'ян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Настрій гірше не було. І гадку на кругу сусіди. От дерьмо. Лише мокрого снігу для мого щастя не вистачає.
что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. И треба ж таке. Учора Прип'ять бачив, о, отак от, на власні очі. Сказав би, хто місяць тому, ні за що не повірив. Эх, недавно смотрю, вмятина в земле характерная. Ну, на трамплин похоже. Взял. Камушек как камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. Что? Ну, меня откинуло метров на 5. Зря, конечно, камешек трогал. Падла заработала. От дерьмо. Еще пока опять летел, видел, как я. Камни в пыль разодрало. Стукнулся, отключился. Но камень я, этот, с тех пор с собой тягаю. Вот так. Ну, вот наверняк бросаю болт и охреневаю. Болт, блин, нафиг пролетает и хоть бы хны. Но думаю, глюк перепил спиртяги, пока по зоне шастал. Так и визуально все понимаешь. Ну еще стопочку. Ну все как трамплин. И тебе грунт светлее, на кромке приплюснут. Ветерком оттуда тянет. Листики летают по спирали. Так, значит, присел. Взял камушек с земли и кинул его на весиком. Ну думаю, ща рванет. Так нет. Камушек спокойно упал на грунт, как будто там нет никакой аномалии. Упал и все тут. Ну и я в раз вспотел. Чуйка подсказывает, что это особняк. На корточках тихонько подползаю. Подкидываю камушки. Рефлекс, мать его. Подполз, не поверите, вплотную. Взмок, как мышь в комбезе. Камушки, которые покидывал, лежат аккуратно в пляши. Но моя сталкерская нутро говорит, что сваливать надо. Что же, черт меня дери, сделал? Надо разобраться. Значит, волынку на колени поклал. И усраться, блин, тяну руку в трамплин к одному из камушков. Прикиньте, а? Ну еще стопочку. Ёлки-палки, опять забыл старые закладки. Вот дерьмо. Опять пьян. Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делал? Да уж, дожили. Свободой, чтобы в одной песочнице сидеть. Эх, найти бы бункер поцелее. Да сделать там базу. По всем правилам. Ну еще стопочку. Однако дерьмово все это явно складывается. Сколько уже ну, паримся, подмоги почти никакой. А слышали о проводнике? Он, мол, самый первый из сталкеров в зону что ходить делать? Начал. Что и вроде же, может провести практически делать? В любую точку зоны. Другое дело, что найти... Его очень проблематично. Да и соглашается, говорят, он провести далеко не всех. Денег берет немало. Опять. Если нашел его и договорился, то будь уверен, он тебя доставит в нужную точку зоны. Вот с ним бы потрещать. Уж он-то видел, что там, за радаром. Як бы я солдатерских стичных волновось пробудок за месяц, где брали твоих. На что взагалі жити? Еще такі розклади пішли. Эх! Паскудских блокпостах. И нашим кораблям дурань езжают.
Ну еще стопочку. Да уж, дожили. Свободы, чтобы в одной песочнице сидеть. Найти бы бункер. Вот дерьмо. Опять я. Сделать там сразу, чтобы по всем правильно. То завжди б така пруха була. Та якщо прикинути. Так, точно. Ще 3-4 таких походи. Та якщо б ще хабар не гірший. І все. І пішла та зона під 3 чорти. От дерьмо. Опять п'ям. Ну еще стопчик. Вот дерьмо. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Ёлки-палки, опять забыл старые закладки проверить. Как бы не пошуровал никто. Ну еще стопочку. А ковбасу та батони зараз? От дерьмо. Прямо скажем. Опять пьем. И мне не почали робити. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Шел я, короче, в одном избушке. Мне сказали, есть клевое место, клевое. Артефакты, вроде бы, нычка чья-то. Ну? Оно говорит, ты мне не ври, Ваня. Я тебя насквозь вижу, не доводи до греха. Я говорю, да ей-богу, нету, ну хоть обыщи. Оно зашептало, а вот это можно. Тут-то у меня телогрейка зашевелилась. Все, что в карманах было, выползать начало само по себе. И главное, чекушка заветная туда же. Но, думаю, гады, не, родное вам не отдам. Что делать? Да что же, черт меня дери, целый день топать, я ж не доживу. Цепился я в бутылку, вот дитё. Мое это добро, рождение начали. А бутылку как кто-то держит. И не отдает, тянет вверх. Ну, думаю, падлы, не видать вам моего самогона. Потянул бутылку к себе, зубами пробку вынул, начал пить. Ну еще стопочку. Такие дела, брат. И глотка еле сделал, не идет. Горло как тисками сдавило. Перед глазами круги уже. Так вот, ну значит, глотнул я еще раз 5, наверное, через силу. Кинул им бутылку. Делал? Подавитесь, падла. Что же, черт меня дерегил? Ты меня отпустил. И вот это говорит. Ты куда это делся, Ваня? Ты куда пропал? Никуда я, гражданин начальник, не пропал, говорю. От дерьма. Сам потихонечку отползаю. Оно опять. Ты не дури, Ваня. Поймаю, хуже будет. Тут-то я и сообразил.
Хотя первачок уже по мозгам дал неплохо. Потеряла меня тварь из виду. Текать надо. Кое-как поднялся на ноги, все качается, как балкер в 9 баллов. Подхожу, значит, к окошку, ухожу назад. В комнате гвозди летают. Вещи мои из карманов, которые... Кирпичи сверху падают. Шепот этот проклятый мне вслед. Я тебя, Ваня, все равно достану, достану. Так вот, выскочил я, значит, из окна и ходу. Вещи, ружье, все там осталось. Как я пьяный из зоны выбрался, бог весть. Но теперь я туда не ногой. Тут райончик. Сдохну, а не пойду. Я вот думаю, может лучше к ученым? Вот дерьмо. Давно сторожем опять звали. Я. Ружов, уфайка. Все вещи пропали, куда же я так? Сука. Вот такое со мной приключилось. Подхожу, значит. Толканул я дверцу. Закрыто. Что такое? Еще раз. Опять закрыто. Я, значит, ее стерву открываю, а она, стерва, сама закрывается. Понял я, что в дверь меня кто-то не пущает. Ну, что ж, полез в окошко. Внутри отдышался, поправился чуть, пошел смотреть, кто это с дверью подавал. Там комната большая, в ней стол стоит, длинный такой. Что делать? Как шоссе. Что же, черт меня дерет, делал? А у стола стул стоит, высокий такой, как башня. И тут кто-то зашептал у меня в башке. А шеха пошло. Ты кто, спрашивает? Я говорю, Ваня я. Тутошний, меня тут, кажется, собака знает. Тут снова зашептала. Ты, говорит, Ваня, зачем по зоне шаришь? Зачем в окошко залез? А я-то не растерялся, говорю. Так это ж, зашел водички попить. Смотрю, никого нет, вот и залез. А оно мне говорит, ах, водички? Нету, Ваня, здесь водички. Да и не нужна она тебе больше. Ну, еще стопочку. Ну, блин, я тут говорю, как, ну, если нет водички, ну, так я пошел. Тут я попробовал сколоть оттуда по-быстрому. Тут все одно, или тварь какая тутошняя со мной заговорила, или белая горячка, а пора из зоны сматывать. Такие дела, брат. Оно говорит, ты погоди, Ваня, останься. Что делать тебе есть? Что же, черт меня делает? Мои полу приросли, не подвинут. Оно говорит мне, что-то с твоей башкой не так. Я тебя почти не чувствую. Чего это спрашиваю? Мне надо чувствовать. Не надо меня чувствовать. Эх, это опять. Тут и оно, что надо. Я таких, как ты, за 200 метров чую. А тебя вот только перед самой дверью. Да и то. Только после того, как ты ломиться начал. У тебя что, новое специальное оборудование какое есть? Ты какое у меня оборудование? Говорю, нет у тебя ничего. Фонарик вот, да, настолько старая. Вот и все оборудование. Вот дерьмо. У меня гражданин начальник. Я. Ничего такого сроду не бывало. Слышал. Ёлы-палы, ну надо же, вчера Припять видел. Вот так вот, своими глазами. Сказал бы, что месяц назад... Ну еще столочка. Что делать? Что же, черт меня дерет, делать? Ну еще стопочку. А колбасу-то батон зараз, прямо скажем, и меня не почали робить. Да-да-да-да-да. Что? То завжди б така пруха була. Що делать? Що же, чорт мене дере діла? Точно. Ще 3-4 таких походи. Та якщо б ще хабар не гірший. І все. І пішла та зона під тим. От дерьмо. Опять п'ян.
Ліпилися у зграї, як ото звірі, за кольором шкір. Одні як розбійничали, так і розбійничали. Інші чи нас від зони стережуть, чи зону від нас охороняють. Вояки теж якісь дьобонуть. Людину їм шльопнути, щоб коника прив'язати. Прийшли ми сюди. Що робити? Ну ти що? Що ж, чорт мені дерев'я? Центр зони. Артефактів на дві дуже. Різної погані мені і там отако вистачало. Слышали? У боков зони спать нельзя. Случаются такие кошмары, что можно и не проснуться. Кто-то от разрыва сердца во сне коней двинет, а кто и просто крыша поедет. Что делать? Но, что же, черт меня дерет? То на голову надо надеть шлем с сеткой из тонкой проволоки. И все обойдется. Кстати, говорят, военные сталкеры в таких шлемах ходят. Какие-то такосъемники на них приделаны. Ну і що стопочку? От дерьмо. Опять п'ян. Концентрати. А вдома ввечері як було? Приходить, а баба домашня. Гарячу. Ну і що, стопочку? А ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, ємняні почали робити. Така, значить, доля не попишеш. Ні, від долі точно нікуди не втечеш. Що написано... Що робити? Так, що ж, чорт мене дерев'я? Не той вже хабар пішов, не той... От дерьмо. Опять я... Зліпилися у зграї, як ото звір, за кольором шкір. Одні як розбійничали, так і розбійничали. Інші чи нас від зони стережуть, чи зони від нас охороняють. Вояки теж топонуть. Опять я. Людину їм шльопнути, щоб коника прив'язати. Але ж пити у біса хочу. Квасу б зараз холодного. Такого... Ну і що, стопочку? У ніж шибав. Що робити? Що ж, чорт мене дерев'я? Неплохо, неплохо. Что делать? Что же, черт меня дерет? Так и дальше пойдем. В гробу я видел ваш хваленый клондайк.
нині як собака звалась. І всі вони кращі за старих професорів. Та вони ще помагають. Зона, вона усе по місцях поставить. От дерьмо. Опять я. С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. Ну еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Така, значит, доля не попишешь. Не, ведь доли точно не попишешь. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Так оно и будет. Вот жесть какой. Ну, что бы ты хрен не подсунул? Еще бы совсем совести не могу цих. Ой, за тиждень підошлю. Ну і що, стопочку? Що ж то за випалювач такий? Правду про нього кажуть, чи бреш? Ну еще стопочку. Концентраты, концентраты субтильные. А в дому вечер як було? Приходить, а баба домашня. Горячего. Вот дерьмо. Опять пьян. Вот жесть какой. Снова, что бы ты хрен не подсунул. Еще бы совсем совести не могу цих. Ой, за тиждень підошлю його. Ну еще стопочку. От дерьмо. Опять я. Такого, щоб... Унищу. Ановочки,
На важків зелених нині як собак розвелося. І всі виходять краще за старих про все знає. Та вони ще побачать. Зона, вона усе по місцях. Що робити? Що ж, чорт, мене дірі діла? От дерьмо. Опять п'ян. Ти йому про аномалії підуть прохабать. Ні про що думати захочуть, окрім бабок. Поки кишки будуть розкидати. Що робити? Що ж, чорт, мене дірі діла? Неплохо, неплохо. За одну ходку дві ночні звізди. Если так и дальше пойдет, в гробу я видел ваш хваленый клондайк. Вот жесть какой. Знову, что бы ты хрень не подсунул. Ну еще стопочка. Что бы зовсім не подсунулся. Ой, за тиждень петушки. От дерьмо. Опять пьян. Эх. И жодної пики на обрії. От и добре. От и чудово. Ну еще стопочку. А колбасу та батон зараз, прямо скажемо, ємня не почали робити. А я таки не збираю на власний будиночок. Щоб я... Що робити? Що ж, чорт, мене діля діла? Ні тобі, ані звірини, ані подлюк різних. Концентрати суддів. А вдома ввечері як було? Опять приходить, я. А баба домашня. Гарячого. Що робити? Що ж, чорт, мені дірі діла? Тільки от Сидоровичу не скидали ковати. А у місцевих ціни... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. Ну еще стопочку. Что делать? Фу. Что же, черт, меня дерет делать? Ну, пришли мы сюда. Ну, это еще... Где ж мне? Центр зоны. Артефактов на две дуги. Різної погані мені і там отако вистачало. Ех. От дерьмо. Опять зліпилася у зграї. Як ото звій. За кольором шкір. Одні як розбійничали, так і розбійничали. Інші чи нас від зони стережуть, чи з зони від нас охороняють. Бойки теж якісь довбонуть. Що робити? Що ж, чорт, мені діє діло? Ах,
завжди б така пруха була. Та якщо прикинути, так, точно. Ще 3-4 таких походи. Та якщо б ти хабар будеш, і все. І пішла та зона під 3-4. От дерьмо. Опять не той уже хабар пішов, не той. Може зав'язувати пора. Що делать? Що же, чорт, мене дереде? Новачки, що? Новачки в залонах нині як собак розводилися. І всі виходять краще за старих професіонал. Та вони ще побачать. От дерьмо. Опять я. Вона усе по місцях поставить. Що делать? Що же, чорт, мене дереде? Такі дела, брат. Ну? Що... Такие дела, брат. Вот дерьмо. Опять пьян. Зараз бы санця та цибульки. Ну, що це тут, звісно, жарніше буде. Але от сидровичу нести далекувато. А в місцевих ціни... А якщо подумати, тут вигідніше картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати. Ну і що, стопочку? Что делать? Что же, черт, меня дередел? Вот дерьмо. Опять пьян. Ну еще стопочку. Вот дерьмо. Опять пьян. Ну еще стопочку.
От дерьма. Опять пьян. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Ну еще стопочку. Что делать? Что же, черт меня дери, делать? Сколько уже тут паримся, а подмоги почти никакой. Завалиться бы сейчас подрыхнуть минут так на 600. Что делать? Что же, черт меня дери, делать?